Друзья, всем привет! Я хочу сегодня вам предложить буквально одним глазком заглянуть на Ялтинский экономический форум. Пойдемте. Друзья, сразу хочу вам сказать, что на этом форуме я впервые. И я просто, взглядом обычного человека, хочу вам показать, что происходило на форуме. Впервые на форуме также приняли участие делегации из Бельгии, Исландии, Мексики и Иордании. Более чем 20 стран Африканского Союза. Его представляли порядка 50 человек, включая 25 парламентариев. Почетными гостями стали делегации сразу двух стран, Австрии и Германии, более 70 бизнесменов и политиков, включая депутатов Бундестага ФРГ и Национального совета Австрии. Вот под такими санкциями находится Крым. Все разумные люди, которые хотят развиваться и двигаться вперед, всегда найдут общий язык. По итогам форума было подписано более 70 соглашений и меморандумов на общую сумму 162 миллиарда рублей. Из них крымско-сирийское сотрудничество порядка 62 миллиардов рублей. Бизнес с бизнесом подписали соглашение на 42 миллиарда. Соглашения и меморандумы, подписанные Совмином Крыма, на 58 миллиардов рублей. Вот такие вот результаты форума. Банк «Россия», а это стенд компании «Сибавтобан». Они в Крыму строят обход Симферополя. Очень стильный и красивый стенд. Мне понравился. Ну ничего, такое мероприятие, людей очень много, все что-то живо обсуждают, всех свои интересы. А я вам пока покажу водопад Сбербанка. Давайте мы с вами немножко пройдемся по территории комплекса МРИА, и вы сможете увидеть то, что видели делегаты этого форума. Здесь, конечно, очень уютно, очень красиво, но немного было прохладно. Традиционно значительная часть программы была посвящена вопросам развития Крымского региона. Крым был представлен отдельным огромным залом. Вот, например, стенд фабрики Скворцова. А так, возможно, будут выглядеть окрестности Ласточкиного гнезда. Отдельно и значительно была представлена Евпатория. Ну и в целом всего понемногу. Конечно, хотелось бы больше увидеть макетов и инсталляций, но, как говорится, что есть, то есть. Лично мне было очень интересно. Но, скажу честно, мало. Хотелось бы увидеть больше презентаций. Но я уверен, этот форум далеко не последний, и с каждым годом он будет все интереснее и профессиональнее. Всем огромное спасибо, всех с праздником 1 мая, до скорых встреч на канале «Капитан Крым».